это фестиваль классической музыки, фестиваль, в котором любители и профессионалы могут сыграть вместе в одном большом оркестре. Формат очень особенный, не вписывается, наверное, да, ни в какие известные всем форматы. Он объединяет в себе и любителей, и профессионалов. Они занимаются одним общим делом, что для нас очень ценно, для музыкантов. Какое-то необъяснимое ощущение. Я вообще люблю играть в оркестре. Даже дело, может быть, не столько в классической музыке. Мне кажется, что в оркестре это вот такое непередаваемое ощущение, когда все играют, с одной стороны, свою партию, но с другой стороны, все это вместе. Это просто замечательно. Во-первых, это популяризация, да, классической музыкальной культуры. Вы видите, как тепло принимает зритель такие программы. Очень ценно для нас то, что посредством музыки те люди, которые профессионально с ней не связаны, могут быть вовлечены в это дело. Это объединение, это общие задачи, общее дело. Это очень, конечно, ценно для нас.